Этот видеоурок, как я и обещал, посвящаем изготовлению звонка для мобильного телефона. Для этого нам нужно запустить редактор звука Sony Soundforge. Установкой редактора мы занимались с вами на прошлом видеоуроке. Редактор запущен, и для работы нам необходимо загрузить какой-то аудиофайл. Неважно какой, открываем, разворачиваем окно. Как вы видите, загрузился аудиофайл в виде такой диаграммы. Диаграмму можно увеличивать в размере, можно уменьшать в размере. Увеличение дает более точную обработку. Далее все это я вам покажу. Итак, у нас есть видео, аудиофайл, из которого нужно сделать звонок для мобильного телефона. Но для начала нам его нужно прослушать. Предположим, что мы его прослушали, и нас интересует именно вот этот фрагмент. Для этого, чтобы сделать из этого фрагмента звонок для мобильного телефона, все лишнее мы отсекаем, то есть выделяем все фрагменты, которые нужно удалить. Нажимаем ножницы. Так, сейчас мы имеем тот фрагмент, из которого будет сделан звонок для мобильного. Как правило, чтобы сделать звонок, нужно вмонтировать в этот фрагмент нарастание, то есть постепенное увеличение громкости и затухание. Для начала монтируем нарастание. Выделяем фрагмент, который будет медленно, в котором будет медленно нарастать звук. Следовательно, чем длиннее этот фрагмент, тем нарастание звука будет продолжаться дольше. Чем он медленнее, тем нарастание звука быстрее. Итак, фрагмент выделили. Идем во вкладку «Обработка». «Изменение уровня». И выбираем вкладочку «Нарастание». Как вы можете видеть, Касперский возмущается. Как вы можете видеть, фрагмент у нас имеет такой вид. Ну, для наглядного примера мы его прослушаем. Видите, что звук появляется, вернее, громкость, уровень громкости появляется не внезапно, а появляется медленно. Далее нам нужно, чтобы звоночек был, имел законченный вид, нам нужно сделать также медленное затухание. Выделяем фрагмент, интересующий нас. Идем во вкладочку «Обработка», «Изменение уровня», ну и, соответственно, «Падение». То есть увидите, что на данный момент звуковой фрагмент имеет законченный вид, то есть появление, затухание, все как бы сделано грамотно. Теперь наша задача сохранить этот фрагмент, неважно из какого файла, WAV, либо MP3 он был открыт, для того, чтобы поместить его в мобильный телефон и не занимать много места, нам нужно сохранить его в формат MP3. Заходим во вкладочку «Файл», «Сохранить как». И выбираем, ну, допустим, можно поменять название, сделать, к примеру, звонок. Так, здесь
в этой вкладке мы выбираем MP3. Далее нас интересует качество воспроизведения. Радиоформат, качество близкое к компакт-диску, качество компакт-диска. Давайте сделаем качество компакт-диска. Здесь описаны атрибуты этого файла. Нажимаем «Сохранить». Файл сохранен. Редактор мы можем закрыть. Звонок для мобильного телефона у нас готов. Сейчас мы его увидим, собственно. И как видите, звук воспроизводится так, как нам нужно. Сейчас дождемся затухания. Затухание будет то же самое, медленное, такое, которое не режет уши, так скажем. Данным способом вы можете нарезать, я не знаю, миллион звонков из любой интересующей вас песни. Готово. Теперь осталось, конкретно вам осталось этот звоночек закинуть в свой мобильный телефон. На этом видеоурок закончен. Жду вас в следующем видеоуроке. Пока!